И последняя невероятная история, которая нашему вниманию сегодня будет предложена, это история от команды КВН «Город Пятигорск». Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья. Закрой рот. Я тебе сказала, закрой рот. Читай еще раз условия задачи. 33 землекопа. Чего? 33 землекопа. Три землекопа! Что они делают? Копают. Копают! Так, давай с русского начнем. Господи! Отец тракторист, мать прачка. Кого ты дебил такой, непонятно. Мама, в школу сказали 400 рублей принести. А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать? Ма! Не мамка, учи уроки! Сопля, выходи! Так, стоп! А кто это кричит? Князь. А чё ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает? Князь. А я сейчас своему князю пойду уши и тапа отрываю. Шубись, мать сопли идет! Я тебе сейчас дам, мать сопли! Ма, ну можно я мультики посмотрю? А мультики? Здрасте, соседи, чё орёте опять? Чтоб вам было что под дверью слушать. Чё припёрлась? Соль займите. Вы каждый день к нам за солью ходите, вы чё, лоси? Чё, уроки делаете? А мой в приставку играет. Так, знаете, что я вам скажу? Балуйте вы своего князя! Взяла соль? Взяла! Чеши отсюда, княгиня! Барсик! Барсик! Паразит, а котлеты не жрет. Ладно, Валера придет, разогрею. Всем привет! Привет, пап! О, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила. Чё соседка? О! Чё соседка? Пожалуйста! С порога зашел. Не как жена, как дети. Чё соседка? Как соседка? Чё ты делаешь, да? Чё ты начинаешь? Я еще и начинаю! Я еще... Ну чё ты? Да пошел ты! А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась. Ну, на улице видел. Чё, прям сильно поправилась? Ты вот такая. А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткнись. Бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть. Звоните. 39-77-15. Муж на час. О, Валера, целый час. Учись. Люба, да это они про электриков. Да хоть бы и про электриков. Он звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди? Чё ты сидишь? Иди коврик резиновый постели, сейчас моя мама приедет. Так может не надо тогда стелить? Я тебе сейчас пошучу! Любка опять обувь поразбросала! Это не дочь, а наказание какое-то! Мам, что ты на меня все время кричишь, как будто я тебе не родная? Так сиди, не мамкой, а где мой внучок? Бабушка! Иди, поцелуй бабушку! Ну бабушка! Иди, поцелуй бабушку! Бабушка, а можно я мультики посмотрю? Какой? Рапунцель! Это что, про евреев, что ли?
Наши надо мультики смотреть, они доброте учат. Вот хотя бы этот, помнишь, дочь? Да. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Мама, подожди. Мама меня непременно найдет. Мам. Ведь да, так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Мам. Да ты дашь мне с бабушкой поговорить, дебила, кусок. А Валерина внука! Мам, что ты на меня кричишь, как будто я тебе не родная? Бу-б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 у-
Друзья, а самое удивительное в этой истории то, что сейчас на сцене находятся самые близкие друг к другу люди. Команда КВН «Город Пятигорск».